Всем привет! Вы на канале «Современные родители», и я представляю вашему вниманию соковыжималку KidFord KT1101. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня, для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Шнековая соковыжималка KidFord KT1101 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, овощей и зелени с сохранением всех полезных компонентов – витаминов, аминокислот и минералов. Сок во время отжима не нагревается и не окисляется. Соковыжималка легко собирается и просто моется после работы. Корпус соковыжималки выполнен из ударопрочного пластика, а ножки прорезинены, чтобы избежать скольжения по столу. Благодаря использованию низкоскоростного отжима, соковыжималка позволяет получать сок практически из любых овощей, фруктов, орехов, зелени и даже пророщенной пшеницы. Сначала спиралевидный шнек дробит продукт, затем растирает его между шнеком и ребрами на фильтре. В конце масса прессуется, и через сито выходит готовый сок. Соковыжималка справится с плодами разной плотности, благодаря мощному мотору. Отверстие для загрузки средних размеров, поэтому крупные фрукты или овощи предварительно нужно будет нарезать. Продолжительность непрерывной работы достигает 30 минут, после чего прибор автоматически отключится, чтобы избежать перегрева. Сито для мякоти изготовлено из нержавеющей стали. Этот металл не вступает в реакцию с жидкостью, а значит вкус и свойства сока не изменятся. Если мякоть застряла в сите, можно воспользоваться функцией реверса. Мотор работает на низких оборотах, поэтому жидкость не нагревается и сохраняет все свои полезные качества. Агрегат защищен от случайного включения, что делает его использование безопасным. Антикапельная система закрывает носик и не дает соку пачкать поверхность. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Сильно забивается отверстие для сброса жмыха. Трудно мыть носик. Жмых морковки недостаточно сухой. Сборка для запуска не совсем удобная. Теперь перейдем к положительным. Невысокая стоимость. Простота сборки. Высокая степень отжима. Сухой жмых. Высокая скорость обработки продуктов. Симпатичный дизайн. С отжимом справляется хорошо. Хорошо отжимает твердые овощи и фрукты. Красивая и почти бесшумная. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора, а также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».